Координационный центр мусульман Северного Кавказа – религиозная организация, которая создавалась для помощи государству в деле противостояния идеологии экстремизма и терроризма. Основная цель и задача, которую ставил центр – единение всех мусульман страны. С 2003 года координационный центр возглавил муфти Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев, который отметил, какую огромную работу проводит центр с момента своего основания, с тревожных для Северного Кавказа 90-х годов и по настоящий день. Вот уже 20 лет прошло, все это уже говорили спокойно, пусть. Дай Аллах, чтобы так и было. Это все благодаря тому, что руководство страны, в первую очередь, Владимир Владимирович, этот человек, он сделал нашу страну великой, могучей державой. Рашид Тимрезов от имени жителей Карачаева-Черкесии от себя лично выразил благодарность всем присутствующим и вручил духовным лидерам за вклад в сохранение и развитие принципов ислама и укрепление межконфессиональных и межнациональных отношений благодарственные письма главы Карачаева-Черкесии и поблагодарил уважаемых муфтиев за их большой вклад в сохранение истинных ценностей ислама и укрепление духовности в обществе. Благодаря вот такой нашей совместной, сплоченной, не побоюсь этого слова, работе и органов государственной власти, и представителей духовенства, и представителей всех конфессий, мы являемся сегодня свидетелями тому, что именно благодаря такой совместной нашей работе, деятельности, сегодня мир и стабильность и на нашем Кавказе, и в нашей великой стране. И то, что сегодня каждый из вас каждый день делает, это в первую очередь, конечно, духовно-нравственное воспитание нашей молодежи. Конечно, в этом огромная ваша роль. Не могу не сказать о том, что и у истоков становления и создания Координационного центра мусульман Северного Кавказа стоял наш уважаемый муфтий Исмаил Хаджи Бердиев. И многие здесь присутствующие, которых я лично знаю, знаю ваш вклад в создание и в процессе становления Духовного центра мусульман, Координационного центра мусульман на Северном Кавказе. Я хочу вас всех за это поблагодарить. Хочу вам пожелать крепкого здоровья всем, всем нашим братским республикам. Вот представители, я смотрю, здесь практически все муфти из Северного Кавказа, и Адыгеи, и Краснодарского края, и Ставропольского края, и Республики Татарстан, и Московской области. Вообще практически со всей страны сегодня здесь находятся. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, мира и благополучия. От имени руководства администрации президента России на мероприятии выступил Алмаз Файзулин, который подчеркнул, что объединение усилий органов государственной власти и духовенства в вопросах укрепления духовности, противодействия экстремизму, работе с молодежью можно достичь хороших результатов в деле сохранения мира и согласия. Многое сделано за прошедший период, многое еще и предстоит сделать. И всему я приходящий состав Координационного центра и сам Координационный центр и лично Исмаил Хаджи проводит огромную созидательную работу. Это антиэкстремистская работа, работа по удовлетворению духовных запросов у наших мусульман, работа по развитию системы образования, работа с молодежью, работа благотворительная работа, сотрудничество с нашими традиционными религиями. Мы все это видим, знаем и все отмечаем огромную позитивную роль. Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в своем выступлении подчеркнул, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа тесно взаимодействует с православным духовенством, что способствует единению народов и укреплению добрососедских отношений. Традиция нашего ислама заключается еще и в том, что одной из основ его является миролюбие к своим соседям, поддержка и разделение с ними общей участи жить в своем общем доме. От верующих православных людей хотел бы сказать слова благодарности и муфтиям наших республик, имамам, которые трудятся в станицах, в селах, в кишлаках, в городах и вместе налаживают самое дорогое, что может у нас быть, это мир и благословение.
Наша сила заключается в добрых делах, которые мы совершаем, проявляя любовь друг к другу, поддерживая нуждающихся и тех людей, для которых нужно не только веское слово, но и крепкая рука рядом. И надо сказать, что именно этой силой мы и вооружены. Могу свидетельствовать, что на протяжении не только этих 20 лет, но всей истории здесь, на Кавказе, слава Богу, никогда не было никаких конфликтов, поджигаемых межнациональной, межрелигиозной рознью. Провокаторов хватало, но провокаторы всегда оставались в своем меньшинстве, потому что в своем большинстве и единстве мы отвечали всем одинаково, понятно и ясно. Это наш общий дом, и нам в этом доме жить и решать, как мы будем поступать. Самым важным достижением сегодняшнего дня является наше общее единство. И очень радостно видеть в нашей любимой республике такое большое количество гостей со всего Кавказа, из ближнего и дальнего зарубежья, для того, чтобы всем показать о том, что двери нашего дома всегда открыты для настоящих и верных друзей Кавказа. От имени президента Азербайджана Ильхама Алиева шейх Аллах Шукур Паша Азаде зачитал приветственный адрес, в котором была отмечена большая роль координационного центра в современной истории нашей страны, а также, что он является примером для объединения мусульман всего мира. Бережное сохранение и достойное развитие ценностей исламской религии, укрепление дружественных и братских отношений между народами Кавказа во имя мира и благополучия всего региона – это ответственная миссия, с которой успешно справляется координационный центр мусульман Северного Кавказа. В этот же день глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел встречу с муфтием Духовного управления мусульман Азербайджана, главой Духовного управления мусульман Кавказа, шейхом Уль-Ислам Аллах Шукур Паша Заде. Рашид Темрезов отметил, что глава мусульман Кавказа пользуется большим авторитетом в исламском мире и вносит большой вклад в обеспечение межгосударственного сотрудничества между Россией и Азербайджаном, которые всегда стремятся к деловому и духовному взаимодействию. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул роль Аллах Шукура Паша Заде в деле укрепления главных принципов ислама, религии, добра и мира. От имени мусульман Карачаево-Черкесии всех жителей республики Рашид Темрезов поблагодарил Аллах Шукура Паша Заде за его созидательную деятельность в вопросе укрепления духовности в обществе, работе с молодежью. Аллах Шукур Паша Заде, в свою очередь, также поблагодарил главу региона за взаимодействие с мусульманской уммой Карачаево-Черкесии, Северного Кавказа и Кавказа в целом. Также он передал Рашиду Темрезову слова приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева и выразил уверенность в продолжении дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном, Россией и Карачаево-Черкесией в частности.